Модный гид от fashiontime.ru. Модные очки сезона. Неотъемлемый аксессуар для весны и лета – стильные очки. Про то, какие именно дизайны особенно актуальны, в нашем обзоре. Безусловный тренд сезона – очки в круглой металлической оправе. Именно такие мы видели на показах Dries Van Noten и Рафа Симонса. Самыми оригинальными стали круглые очки в цветной полупрозрачной оправе от Giorgio Armani и в деревянной оправе, как у Марка Джейкобса. Ставшая вновь актуальной оправа «Кошачьи глаза» напомнит модницам о ретро-фильмах 50-х годов. Самые яркие показы, где мы увидели этот аксессуар – D-Squared и Fendi. Актуальная тенденция «Оверсайз» распространяется и на очки. При этом форма может быть совершенно разной. Большие квадратные, как на дефиле Gucci. Или полукругом, как у Филиппа Лима и Стеллы Маккартни. Зеркальные линзы продолжают быть модным трендом еще с прошлого лета. Роберто Кавалли, Альберто Ферретти и Селин создали стильные дизайны с цветными отражающими линзами на радость заядлым модницам. Что же касается цвета для оправы, то Каролина Эррера, Шанель и Дона Карен Нью-Йорк выбирают белый. Это, несомненно, хит сезона. Кроме того, такие очки не выходят из моды, и они пригодятся для следующего лета. Must-have сезона – бомбер. В этом сезоне вместо тренчи и пальто все модницы выбирают актуальный бомбер. А как его носить, мы увидим на примере блогеров и героинь стрит-стайл. Для спортивного лука комбинируйте его с черными джинсами и кроссовками. Модель Malaika Fert дополняет бомбер простой футболкой, джинсами и грубыми сапогами для прогулки по городу. Сочетаем этот предмет одежды с женственными вещами. Например, модный блогер Валентина Сирагуса надевает объемный бомбер с мини-юбкой. Плиссированная юбка и желтые босоножки на шпильке создают прекрасный ансамбль с разноцветным бомбером и смотрятся очень романтично на Даше Голд. Вышивка, а также цветочный принт в этом сезоне особенно актуальны. Например, Адриана Гастелум стильно смотрится в бомбере, украшенном цветочным принтом в азиатском стиле. А другой блогер Хелена Борден решила надеть такой бомбер из атласной ткани с красными джинсами и свитером крупной вязки. На неделе моды в Париже It Girl Оливия Палермо, которая славится своим оригинальным вкусом, показала, как сочетать бомбер с короткими шортиками и плотными черными колготками. Бьюти-тренд этого сезона – конский хвост. Мы вдохновляемся образами с подиумов Нью-Йорка, Лондона, Милана, Парижа и Москвы. Одним из самых ярких примеров модного конского хвоста стало дефиле Дона Карен Нью-Йорк. Стилисты выпрямили моделям волосы и уложили их на боковой пробор, затянув в низкий хвост. А парикмахеры, работавшие на показе Альтузарра, сделали моделям гладкие хвосты с идеально прямым пробором. Конский хвост у моделей на показе Валентина был украшен ободком. Еще одним ярким аксессуаром является массивная заколка. Именно такой прием в создании образа использовали стилисты на показе Джейсон Ву. И, наконец, самые экстравагантные конские хвосты демонстрируют модели на показе Джоанна Мастрояни и Робарт by Екатерина Рождественская. Высокие хвосты на самой макушке, затянутые широкой резинкой. Оригинально и стильно. Во Владивостоке готовятся к Pacific Style Week. С 24 по 31 мая во Владивостоке пройдет одно из самых ожидаемых событий – неделя моды, стиля и индустрии красоты стран АТР Pacific Style Week. Темой Владивостокской недели моды была выбрана русская культура. Именно ей вдохновились талантливые дизайнеры, модельеры, фотохудожники, стилисты и историки моды. В рамках Pacific Style Week будет представлена национальная премия в области российской моды, а также уникальный проект «Наряд для звезды», где молодые дизайнеры за неделю создадут одежду для известных персон. Состоится конкурс для фэшн-фотографов Pacific View, а также выставка индустрии красоты Pacific Beauty Expo. Один день Владивостокской недели моды будет полностью посвящен показам зарубежных дизайнеров, а другой – молодым и начинающим талантам в мире моды. Ясно одно –
Зрителей и участников Pacific Style Week ждет яркое фэшн-шоу, полное вдохновения, творчества и сюрпризов. Это был модный гид от fashiontime.ru. Не пропустите наш следующий выпуск. Каждую пятницу на канале Fashion One. Не забудьте подписаться на канал Fashion One на youtube.com и смотрите нас, когда вам удобно.